нет. Это пауза. Значит, я просто хочу рассказать про то, что происходит. Что происходит? Это кошмар. Воду. Вот что происходит. Потом Алена наполовину. Значит, ребята, какой-то кошмар. Значит, то есть голоса мы не слышим, я это потом все удалю. Смотрите, рассвет, мои ноги в кадре. То есть, типа, я один, посмотрите, какие розовые облака, девчонки. Да, девчонки, посмотрите, как красиво. Ты куда? Это мы что? Ваня. Значит, сейчас эротичные ноги на фоне восхода. Они меня перебивают. Только тихо. Восход. Розовые облака. Мы плывем по реке. Я уже в других штанах, потому что я уже утонул один раз. Вот тут мой матрас позорный. С дыркой. Но все равно красиво. Вот это можно просто на стоп-кадр поставить. Смотрите, как красиво. Просто расцвело внезапно. Реально, офигенно. Ребятам везет, у них кинг-сайз матрас двойной. Они там втроем. А я как лошара просто на половинке вот этой плыву. Бухла много, еды много, да, берег далеко. Ну как бы вот, не знаю. Жалко, что я его, конечно, пропорол, но было интересно, да. Всем привет. Так, я хочу просто видео записать, как происходит. Так. Значит, вот эта лодка с вещами. Там играет музыка все время, но поскольку я видео снимаю, она выключилась. Вот это у нас экипаж плотика. Вот, значит, вот это там у меня палка, которая приключила фонарик. И я как бы ноги спрятал в теплый мешок, потому что мне холодно. Вот это мой матрас. Аквамен. Он просто... Да. Ребят, такого еще не было. Да, да, да. Идите все к нам. Нет. Вот. Нет, не идите к нам. Нет места больше. Да, потому что... Потому что Ваня... Пропорол и пытался заклеить скотчем. Вот раз. А я не плачу. Вот, мы плывем там где-то вдалеке Черногубо. Мне кажется, вопрос не нажал на плей. Нет, уже минуту снимать. Вот. Я был с бутылочки. Мы плывем, значит, ночь. Фонарик, ребята сидят, им повезло, и у них матрас. Нет, нам повезло, мы ножом его не пропороли. Да, то есть их вот там много, у них матрас king size, видите, он насколько двойной. Вот, лодка с одеждой, там вот у нас лодка... Лодка с одеждой, лодка с надеждой. Это вот так вот все привязано. Вот, и сейчас я видео выключу, музыка начнет играть. Наш фрегат так и можно назвать, вот реально, Надежда. Надежда, да.